Пьеса «Восхождение на Фудзияму». Исабек. Насколько мне известно, каждый истинный буддист должен хоть раз подняться на священную Фудзияму, чтобы поразмыслить там наедине с Богом о житье-бытие человеческом. Выражаясь современным языком, представить отчет свой Богу. Досберин. Религия. Чего только не придумают разные служители. Мамбет. А мне думается, что дело тут не в служителях, и религия тут ни при чем. Скорее всего, это порыв человека к возвышенным размышлениям, к откровениям, к разговору с самим собой вдали от житейской сутолоки. Исабек. И все же идут туда для разговора с Богом. Никто ведь не утверждает, что они поднимаются на Фудзияму для разговора с самим собой. Они идут туда поклониться Богу. Бог на высоте. Человек ползет к нему, как муравей, как червь. Жалкий, несчастный. Он просит прощения грехов и, самоочищаясь в собственных глазах, находит оправдание себя. В этом великая живучесть человека.